Недільність сніданок триває, і поки там на кухні нас чекає наша незвичайна яєчня, ми з вами у вітальні. Всі наші помічники тут зібралися. Єва, о, посміхнулася добре. Матусі, помічники і, звісно, наш постійний експерт Ольга, психолог. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Сьогодні ми що будемо робити? Ми так звикли, що ви нас розважаєте постійно якимись іграми, тренінгами. Дітям це подобається. Що сьогодні будемо вчитися робити? Сьогодні будемо вчитися взаємодіювати. Очень часто родители или детки, братья и сестры говорят, что мы не понимаем друг друга. И как же научиться понять друг друга? Почему родители не могут понять своих детей? Или дети не могут понять своих родителей? То есть сегодня мы будем играть и учиться взаимодействовать в команде и понять друг друга, чтобы родители могли понять детей и детки могли понять родителей и друг друга. И первая у нас игра будет, это «Встаньте с мест». То есть, ребята, смотрите, я буду показывать пальчики, и этот, сколько я покажу пальчиков, столько человек должно подняться. Давайте попробуем, да? Угу. Так, смотрим на меня, все внимательно. Для этого мы должны стать дружной командой. Да, да? Конечно. Да, конечно. И если кто-то увидит, что уже человек поднялся, тот сидит на месте. Хорошо? Договорились? Угу. Так, я показываю. Молодцы, 4 пальчика, правильно, 4 человека поднялись, отлично. А теперь, ага, смотрите друг на друга, один пальчик должен быть. То есть должен уступить. Так, теперь, молодцы, сразу ребята у нас шустрые, быстрые такие поднимаются сразу. Отлично. Смотрите, как хорошо мы взаимодействуем, да? Буквально несколько таких тренировочек. При цьому, дивіться, вони навіть не сперечаються, хто буде вставати, хто ні. Вони хтось уступає, хтось перший постійно, ну а Льова самий скромний. Ну а Єві взагалі не прийшлося дуже сперечатися з хлопцями, вона йому уступила місце і все, так? Хорошо. Тепер, следующее упражнение називається «Перекинь мячик». Так как у нас деткам по 5 лет, Еве 7 лет, да, я буду называть, например, слово, а дети будут говорить мне, какое это слово, какие качествами обладает или что нужно сделать. Хорошо? Так, ребята, мы заигрались, давайте все-таки поиграем в игру. Давайте начнем с Евы. Слово... Давайте что Ева будет делать, а ну, Лева. Урок. Давайте мы бросим мячик Еве. И какой урок это? Природа. Природа. Еще. А какой урок может быть? Основа здоровья. Нет, нет, какой он? Опиши его. Веселый, грустный. Интересный. Интересный, так. Веселый. Так. Довгий урок. Очень, очень, очень длинный урок. Особенно для тех, кто не может встать, да? Давай мячик. Так, нет. Хорошо. А теперь, Витя, лови мячик. На, мячик, слово «мама». Какая у тебя мама? Она красивая. Красивая. Добрая. Добрая. Веселая. Веселая. Отлично. Так. Вот Даня. Бабушка. Какая у тебя бабушка? Веселая. Веселая. Еще какая? Грустная. Какая-какая? Грустная. Бывает грустная. Грустная. Не бойся, не бойся. Так, и еще какая бабушка? Веселая. Еще раз веселая. Да, давай мячик. Такая переменчивая бабушка. Да, хорошо, Лева, лови мячик. Слышишь? Ой, молодец. Побежал за мячиком. Молодец, словил. Так, папа. Какой папа у тебя? Красивый. Красивый папа. Сильный. Мамы тут подсказывают. Отлично. Добрый папа. Добрый. Добрый папа. Хорошо, давай мячик, бросай мячик. Вот так вот, хорошо. Ева, а теперь тоже упражнение, но я называю, например, какое-то слово, а ты должна назвать будешь 3 вещи, которые ты возьмешь с собой. Хорошо? Так, ну вот, море.
А, то есть мы едем, едем на море. Что ты возьмешь с собой? Подстилку, шляпу и очки. Отлично. Ой, самое главное. Хорошо. Ну, на этом это упражнение и закончено. Мячик нам сам подсказал, что нужно переходить к другому упражнению. Отлично. Хорошо. Следующее упражнение – это показ профессии. Ну, мы здесь задействуем наших мам, Катю и Маргариту, да? Ева задумает профессию какую-то, а мамы должны угадать ее. Ты задумала профессию? Да. А теперь показывай. Так. Мельник? Нет. Что же это? Кондитер? Нет. Так, еще что-то покажи. Что мы с мешаем? С этой профессией. Цемент мешаем? Это не строитель. Так, а ну-ка попробуй еще, что это может быть с этой профессией. Повар? Да. Вот. Это он помешивает. Отлично, хорошо. Еще какую-то профессию загадай, так чтобы... Так посложнее, чтобы маму не смогли отгадать. То есть здесь мамы учатся взаимодействия с детьми, родители, как они понимают вот знаки, движение тела у ребенка, взгляды. Давай, ну, это можно дома играть так с семьей. Конечно. Задумала профессию, загадала? Нет. Нет, еще? Ну-ка давай. Попробуй. Вот, мама, а ну-ка давайте. Водитель. Отлично. Смотри, как справилась. Хорошо. То есть, что мы здесь задействуем? Мы здесь, ребенок задействует все такие свои знания, логические, интеллектуальные, то есть, что он может показать. Хорошо, дальше. Следующее упражнение – это показать ситуацию. Ну, мы тоже будем с Евой, но попытаемся и с ребятами. Хорошо, Ева, давай первая ситуация. Ну, ты учишься в школе, ты знаешь, что такое получать плохие оценки, да? Мама знает. И теперь, вот ты получила плохую оценку, там, двойку, давай такой свой возьмем, двойку получила. Боже, мама сразу... Вот как вчера, прямо вчера. Вот, и сразу показывает Ева, как мама ругает ее, покажи, что там. Сейчас поставлю. Вот, грустная Ева. Похихикивает так. И как мама ругает тебя? Пальчиком погрози, наверное, да. Вот так вот, чтобы больше. И теперь давайте поиграем следующую игру. Это толкачи. Правила игры. Мы становимся, упираемся ладошками друг к другу и поднимаем одну ножку. И нужно так толкать друг дружку, чтобы кто-то опустил ножку. Тогда и тот проиграл. Вот, Сеня проиграл. Еще раз. Ох, как молодцы! Вдвоем! Отлично! Хорошо! Давай, иди со мной! Давай! Со мной! С кем? С мамой! С мамой! Ну, давайте! С мамой! Давайте! Так, хорошо! Детки, Витя, Лёва, давай! С кем? С кем? Или с ребятами? Давай вот с Витей! Давай! Вот! Вот! Так, ой, хорошо! Молодец, давай, Даня, победил. Давай еще раз, Даня. Давай. Ой, видишь, ты всех победил. Молодец. Проиграл. Вот все обиды и забылись, да. В игре, в жизни у нас всякое бывает, да. Так, у нас осталась Ева. Ева будешь? Я не в башню. С Евой будешь? Я Еву на игру. Иди, Ева. Я Миша Еву на игру. Дай ручку. Нет, встанем вот так вот, давайте, чтобы зрители видели, что вы стоите на одной ножке. Ох! Да, тихо, не прыгай, нет, сюда подойдите. Давай, вот, смотрите, как они друг друга толкают. Отлично! И никто не сдастся. Лёва, теперь я с тобой. Лёва, давай с тобой. Тихо, давайте сядем на кубики. Уступи девочки. Молодец. Все, и настроение поднялось, и обиды прошли. Нет, простите. Лёва, с Витей, у вас все шансы дома играть. Давай, ко мне, иди сюда. Вот, все.
Все, садись. Все, хорошо. Все, садимся. Молодцы. Ребята, садимся на кубики. Играем дальше. Все, поиграли. Паш, ну, вот такими, я думаю, что простыми упражнениями дети смогут взаимодействовать со своими родителями, со своими сверстниками. Ми дізналися не тільки, як взаємодіяти, а взаємодіяти, до речі, за допомогою ігор і тренінгових ігор, якими можна розважитися вдома у неділю, так, відпочиваючи на природі або перебуваючи після недільного сніданку вдома.